Современный центр гемодиализа открылся в селении Гурбуки Карабудахтенского района. Расположен он на базе участковой больницы. Отделение оснащено 12 современными аппаратами гемодиализа для проведения очищения крови больным с хронической почечной недостаточностью. Функционировать центр будет в две смены. Центр значительно облегчит и повысит качество медицинской помощи пациентам сразу четырех близлежащих районов. Это Карабудахтенский, Сергокалинский, Левашинский и Акушинский районы. При тяжелых хронических заболеваниях почек каждые несколько дней больным приходилось ездить на процедуру гемодиализа за многие километры. В Махачкалу теперь это будет сделать намного проще. Когда мы вместе, у нас и получаются результаты, они получаются гораздо быстрее, эффективнее мы работаем тогда. И самое главное, вот эти наши совместные действия, если мы все вместе, это в первую очередь на ком отражается? На конкретном человеке.